Торжество на линейке началось сегодня утро в школе, что в поселке Петровское. Передайте, пожалуйста, письма и рисунки нашим защитникам. Хотим пожелать им здоровья и чтобы все вернулись домой. Мы гордимся ими и верим в победу. Ученики, родители и преподаватели в течение всего одной недели собрали помощь для отправки на Донбасс. Миссию передать ее взял на себя совет депутатов муниципалитета. Не было ни одной семьи в этой школе, которая бы не приняла участие. В этой школе 80 обучающихся, и каждая семья приняла участие в сборе этого груза. Всего 23 коробки. Внутри продукты питания, предметы гигиены, медикаменты, одежда. И, конечно, самая трогательная часть – детские письма и рисунки. Все они уже в самое ближайшее время будут переданы мирным жителям Донбасса, а также военным 42-й мотострелковой дивизии, над которой взял шефство Ленинский округ. Это будет очень хорошим таким подспорьем. Это будет их мотивировать, это будет их поддерживать. Это здорово. Здесь поддержка именно наших маленьких жителей. Я видел ребят, солдат, офицеров, когда они читали наши письма, и это дорого стоит. После линейки для ребят начался урок мужества, а депутаты направили помощь в централизованный сборочный пункт.